Замените одну или обе печатающие головки в принтере серии HP Inktank 110, если они повреждены или больше не работают правильно. При включенном принтере убедитесь, что уровень чернил в емкостях с чернилами выше линии минимального заполнения, и закройте выходной лоток. Откройте дверцы доступа. На панели управления принтера нажмите и удерживайте кнопку возобновления в течение 3 секунд, чтобы переместить каретку в область доступа. Переместите каретку в центр и нажмите на синий фиксатор, чтобы высвободить его. Нажмите на поврежденную печатающую головку, чтобы высвободить ее, затем извлеките из принтера, держа за боковые стороны. Извлеките сменную печатающую головку из упаковки. Снимите оранжевую заглушку и пластиковую ленту, не дотрагиваясь до контактов и чернильных сопел. Держа новую печатающую головку за боковые стороны, вставьте ее в гнездо под небольшим углом вверх до щелчка. При необходимости повторите этот процесс, чтобы заменить другую печатающую головку. Нажмите на синий фиксатор, чтобы закрыть его. Закройте дверцы, откройте выходной лоток и загрузите бумагу. Откройте дверцы доступа. Нажмите кнопки «Питание» и «Возобновление» и удерживайте нажатыми в течение 3 секунд. Затем закройте дверцы доступа, чтобы начать процесс прокачки чернил. Если ошибка не устранена и принтер не заправляется, перейдите к следующему шагу. На компьютере нажмите кнопку «Пуск», введите HP и выберите принтер Inktank в результатах поиска. В HP Printer Assistant выберите «Обслуживание принтера». Откройте вкладку «Служба устройства» и выберите «Выравнивание картриджей». Для завершения выравнивания следуйте инструкциям на экране. Откройте вкладку «Плейлисты» на сайте YouTube, чтобы найти видеоролики HP на других языках. Найдите на нашем канале официальные видеоролики службы поддержки HP.